АФК в бан. Ага. Регистрационные данные, пожалуйста, ваши. У тебя чит остался в клево. Нету его там. Иди удаляй, иди удаляй. Все, иди удаляй. А... Кого нахуй? Я думаю, нам Джонни Стару иметь дело, то что ютубер распространяет читы, либо ну. Ебать нахуй! Всем привет, друзья, с вами Джонни, и сегодня в ролике мы пранканули одного начинающего стримера. Ролик получился очень интересным, поэтому советую досмотреть его до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, давайте попробуем добить до лета 15 тысяч хищников. Ну а если ты хочешь начать играть вместе со мной, IP сервера Ruby находится в описании. При регистрации на сервер обязательно указывай мой промокод. Проходи начальный квест, после этого отписывай мне, и я дам тебе небольшой бонус. Ну все, желаю вам приятного просмотра. Началась вся эта заварушка с того, что мы с друзьями просто сидели в Дискорде, нам нечего было делать, и по чистой случайности мы наткнулись на стрим этого парня. Все, заходи, на трилике. Докажу. У него голосовой чат, я сейчас голосовым чатом буду говорить. У меня он только что выпал. Так, у меня Вань. Сейчас скажу, какой ID. У меня 381. Спэм 381, так что скину дом. Да, да, да. Полицейский, ебанутый. О! Ида Гуша. Че, готов? Прикольно будет. Да. Так, SP 373. Так, get here. Какой у тебя ID еще раз? У меня 381. 381. Все, тэпнул. Давай. АФК в бан. Регистрационные данные, пожалуйста, ваши. А вы кто такие? Я администратор проекта DM Trollplay. Какой вы администратор? А если я тебе сейчас заспавню? И к тебе телепортируюсь. Ну попробуй. Давай, давай, спавни его! И меня это пыхни ему! Быстрее, Вань! 381. Ебать в натуре! Get hit, подожди, какой у тебя ID? 381. 381. Ебать в натуре! Кого, блять? Ну что? Кого? А вы кто такой вообще? Администратор, еще раз повторяюсь. Понимаю. Регистрационные данные ваши, пожалуйста. Я сейчас этот отключу демку, у меня стрим сейчас идет просто. Хорошо, давайте подожду. Скажи, типа, хочешь я тебя кикну? Ну хочешь, я тебя с сервера могу скикнуть, ты перезайдешь, удостоверишься. Да не надо. Ну без кики, скики, скики. Давай, давай. Зачем? Сейчас, сейчас, секунду, пропишу команду. Сейчас, секунду. Блять, что за хуйня? Блять! Что он делает нахуй? Ебать, он ебанутый или что? Блять! Ебать нахуй! Я охуел, он меня тэпнул, блять. Ебать нахуй. После этого мы хотели сказать ему, что это пранк, но когда он заходил в игру, он спалил то, что у него есть запрещенные файлы в сборке, за что реально можно получить бан. Опираясь на это, мы продолжили его троллить. Что, у него 375 ID. Business GPS. 375 ID, он авторизовывается. А у него читы есть, да? Да. Скажи, спроси, зачем он, ты с читами играешь? А ты читы используешь вообще? Не. Думаешь? Ну, думаю. Я тебя могу забанить, в принципе. За чекер. Тромал. Ох, бля. Это не чекер, бля. А что это? Это, типа, шо, машин... Типа, дома чекать, который номер. Ну, чекер домов, что ты мне пиздишь, бля, лягушка? Бля, ты же мой стрим смотришь? А ты откуда знаешь? Зачем ты используешь чит? Скажи, давай, Вань, Вань, скажи, типа, давай, я Джонни Стару скажу, давай, он тебя с Фомы кикнет. Давай, без... Ну, блядь, ну еще и на стриме так палишься. Ну сейчас удалю, блядь, перед тобой. Давай. Давай, без проблем. Смотри, блядь, нет проблем. Заходим к GTA-шку. 10к сборка, мне. Вот где, где, где? Где этот чекер? Бля, а где он тут? Я не вижу его. Может это SF? Может ты SF, может это Клео, да, Клео это чекер. Это Клео? Это SF. Ну, и SF и Клео. Мунлоудер. Мунлоудер. Или Мунлоудер. Он в Мунлоудер сейчас, нет? Мунлоудер можем принять. Он в Клео сейчас. Нормально он проверяет. Вот, вот как он называется. Ну, там SF, боже, там же точка SF написано. А вот, блядь, он сам функции закидывается. Все, блядь, удаляем нахуй. Вот, блядь, очистит корзину, видишь?
все, блядь, пропылесосили меня. Видел, блядь, удалил все. Почему не удалили? Клео, читы. Почему не удалили? У тебя чит остался в Клео. У тебя иди, иди, удаляй, удаляй, иди удаляй, иди удаляй, все, иди удаляй, удаляй, тихо, 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 удаляй, иди удаляй. А... Кого нахуй? Что за хуйня, блядь? Блядь, у меня GTA-шка, блядь, крашнула. Кого нахуй? Что за хуйня, блядь? Ебать, он меня с киком, блядь, кикнул. Ебать нахуй, я ебал, блядь. Как оказалось, этот чел был с моей Фомы на триллианте, поэтому я и позволил себе пойти на такие меры. У меня нету читов. Ну, бро, ну ладно. Читам, чит ты удалил, молодец, но с фамилией Карпентер ты уходишь. Прямо сейчас. Давай, 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 давай. Все, все, удачи, удачи. Всего хорошего, хорошего. Фамилия Карпентер ты больше не находишь. Всего хорошего, фамилия Карпентер ты больше не находишь. Все, кикнул, кикнул. Ох, ебал. За то, что ты читеришь на проекте, ты позоришь фамилию Карпентер. И все. Прощайся с фамилией Карпентер. Главный администратор сегодня зайдет, забанит твой аккаунт навсегда. Ох, ебать. Мне кажется, он заплатит. Ну, спроси его, зачем... Чит. Да, спроси, зачем он с читом играл? Зачем ты с читом играл? Ну, мне, типа, скинули, говорили чекать дома так. Когда слетит дом, типа, ну, нам... Ну, не стройся, дурак, а я же все прекрасно понимаю. Ебать, а я что... Просто зачем? Я на читах же не ловлю, нихуя. Ну, ты имеешь преимущество перед другими игроками. Ну, выходит так, да. Вань, скажи, типа, отправляем аккаунт в бан? Отправляем аккаунт в бан прямо сейчас. Слюльцо. Я в охуй. Понимаю, блядь. Блин, может, админа кого-нибудь попросить, чтобы его забанили? Попроси для пранка, скажи. Попроси, да. Попроси. Сейчас. Дальше я хотел попросить у админов, чтобы его забанили, чтобы ситуация выглядела еще реалистичней. Но, к сожалению, администрация сервера Trillant не понимают, что такое пранк, и не получилось его забанить. О, блядь, у меня руки трусятся, пизда нахуй как. Вот, блядь. Тупо руки трусятся, пиздос как. Еще раз перезайдите на сервер. Или... Блять, где я все не удалил? Я не понял, почему вы чит не удалили? Какой чит? Я все удалил. Чекер домов, почему не удалили? А где? Пошли в Дискорд. Давай, добавляй его. Дискорд тебя добавить, давай свой Дискорд. Добавляй его к нам, давай. Алло. Алло, добрый вечер. Алло. Почему играем с читом на проекте? Ваня. Ну да, я Микей Вард, Иван Шелест. Я вам задал вопрос. Почему играем с читом на нашем проекте? Блять. Нахуя играл с читами, блять? Я не могу понять, зачем у вас был чекер домов, чекер бизнеса. То есть это нормально, да, иметь на проекте, иметь вот такой вот софт? Да не, это плохо. Ну и что вы предлагаете нам делать? Просто оставить вас вот так вот, не банить ваш игровой аккаунт, не забирать ничего. То есть просто вот, ну, пустить вас дальше, ловить дома с щитом. Вы нарушаете правила, вы ведете себя на сервере. В первую очередь, неправильно играя щитом. И я считаю, это прискорбно, в первую очередь, для вас. И ваш аккаунт должен был быть, извиняюсь, конечно, за запинки, скорее всего, заблокирован. Бля. Не молчите. Блядь, я просто не знаю, что сказать. Ну, говорите, что, как говорите, есть. Говорите, как есть, конечно, конечно. Как я понял, вот это Джонни Стара, да, сборка? Там был чит. То есть, либо вы отдельно. Не, кстати, нет, там не было чисто. Просто GTA. Я вот думаю, нам к Джонни Стару иметь дело, то, что ютуберы распространяют читы, либо, ну, либо это вы сами установили. Не, типа, я закинул туда эту тему. Угу. Вы сами установили чит. Ну да. Я понял. То есть вы принимаете наказание и готовы быть забанены. Короче, правильно? Тогда вас телепортирую, получается, к себе. Да, 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 телепортируй, Иван, телепортируй и делай. Какой у вас айдишник еще раз? Хотя ладно, я сам могу вас пробить. Угу, угу, угу. Как вы так, а? Надеюсь, его уже сломали в ноль. Блять, да я ебал! Ебать нахуй! Что ты сам? Что случилось? Наушники бросил.
Блять! Все, по пизде наушники, блять! Пизда нахуй! А ну, ой, там жестко. Ну пока, да? Сделай вебку, блядь, на фуллскрин. Все, пизда. Ой, ты, там очень жестко. Да, он просто поломал. Блядь. Капец. Минус сейчас наушники. Блять, мне руки трусятся. Зачем ты кидал наушники, я не понимаю. Блять. Алло, ты меня слышишь, алло? Как да, говорить? Блядь. Зачем ты наушники кинул? Блять. Капец. Ром. Я вижу. Блять. Ебать, нет, я разъебал наушники, блядь, всё. Блядь, у меня руки трусятся, пизда как. Блядь. Ну, короче, могу тебе сказать, что это был как бы пранк. Вот. И, то есть, прямо сейчас ты получаешь как бы виртуальную валюту лично от меня. Держи. То есть, как... Блядь. Ебать, ну. Держи, дядя. То есть, ты это реально заслужил. Что ж, думаю, как бы, ну... Ты сделаешь для себя выводы. На этом ну, как да. бы наш разговор заканчивается. Блять, у меня руки трусятся, пиздец, скоро. Вань, так слушай, так ты говорил банить аккаунт. Все-таки банится аккаунт, да, на 3 дней? Ну, думаю, не на 30, хотя бы на 10. Mm. На 10, на десяточку. Хорошо. Бы. Ну, 10 дней это не так существенно, то есть. Ну да. Я тебя с баном 30, забанил. Да. Ну все. Блять, пизда. Ну ладно тогда, давай. В случае чего тебя обманули 2 раза, Агуша, я тебя никто не банил. Вот, в случае да чего. Да, блять, что ты за хуйня, блять, да я ебал, нахуй. На такой позитивной ноте заканчивается этот ролик. И после всего этого, давайте поддержим этого чела. Я оставлю в описании ссылку на его канал. Это не какая-то реклама, просто хочется поддержать начинающего ютубера. И также можете подписаться на того самого админа, без участия которого не получился бы данный пранк. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я знаю, что уже через 2 дня лето, но все же давайте попробуем добить 15 тысяч хищников. Также прямо сейчас вы видите победителя на 1 миллион виртов на сервере Ruby. Отпиши мне в ВК, чтобы забрать свой приз. Правила просты, они будут также в описании. Ну а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем пока!